Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале оперативных новостей по поводу всего, что в игре происходит. Если вы хотите быть всегда в курсе всех событий нашей великолепной игры, подписывайтесь на канал и ставьте лайк данному видео. Еще обязательно нажимайте на колокольчик для того, чтобы не пропускать уведомления с моего канала. Все самое жирное и самое вкусное здесь. Я стараюсь специально для вас и всегда являюсь оперативным для того, чтобы принести вам новую вкуснятину. И новая вкуснятина в том, что сейчас, когда я снимаю это видео, прямая трансляция Wargaming еще длится, а я уже снимаю вам видос по поводу того, кто и что получит за свои шары, а в частности была проведена жеребьевка и были определены ценники на те или иные шарики, и сейчас мы разберемся. Вот вам моя коллекция, для того чтобы ознакомиться, можете сравнить с той коллекцией, которую вы собрали самостоятельно. Ну а теперь давайте определимся, какие шары чего стоили. Изначально выглядело все вот таким вот образом: 11 шаров должно было быть выбрано из лотерейного барабана, и каждому из этих шаров должно было быть что-то присвоено. Само собой разумеющееся, что все остальные шары, которые были вне пределах этих 11 штук, являлись вроде бы как проигрышными. Но нет, ребят, это не так. Давайте сначала разберемся, что разработчики дали. Итак, на ваших экранах таблица с шарами победителей, ну и, соответственно, с тем, что вы за них получите. Победные номера: 38, 500 голды, 16, 650 голды. Шарик номер 23 принесет владельцам 750 золота. Шарик с номером 24 принесет целый косарь голды на копилку. 18 шарик 1200 золотом. 17 номер 1500 золотых монет. 26 номер 2000 золота. Если вы счастливый обладатель 27 номера, то у вас 10 тысяч голды в копилочку. Если вы получили шарик 32, то вы получите сертификат на танчик 10 уровня. Номер 34 принесет вам солидный контейнер. И я очень сильно надеюсь, что вам повезет, открывая данный контейнер. Ну и если вдруг вы получили шарик номер 3, то это ваш шанс еще раз открыть лотерейный барабан и достать оттуда какой-нибудь шар, надеюсь, победный. Ну а теперь по поводу тех номеров, которые находятся вне этого списка. Все номера, которые не указаны в списке этих 11 шариков, получают по 250 золота за каждый шар. И да, если у вас в коллекции несколько повторяющихся номеров и они являются победными, то вы получите количество ваших наград, соответствующее количеству имеющихся у вас шариков. Надеюсь, был вам полезен. Подписывайтесь на канал, и буквально через пару секунд на канале будет видео, в котором я расскажу о бонус-коде, который даст вам дополнительные халявы. До встречи в следующем видео. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.